Дорогие друзья, всем привет! Вот уже 4,5 года я занимаюсь тем, что спасаю животных с пустых дач, на которых я сама поселилась. Вот уже 2 года я веду свой блог, где пишу о том, как я спасаю животных. Я хочу сказать большое спасибо за всю ту вашу помощь, которую вы оказываете мне все это время. Одна я бы никогда не справилась. 532 хвоста нашли свои дома. Среди них кошки, котята, коты, щенки, собаки и даже 2 козленка. Раз в неделю я стараюсь делать подобные ролики, как отчет о проделанной работе. Можно легко увидеть, как меняются спасенные животные в новом доме. Если вы тоже хотите помочь, реквизиты и отчет с 2021 года находятся в описании. Всем большое спасибо!